Напомню, в конце мая здание сильно пострадало от пожара. Полностью сгорела крыша, 14 квартир и кухня на 5-м этаже. На месте работали 7 пожарных расчетов. Водой были залиты квартиры с 5-го до 2-го этажа. Решением главы администрации Сочи пожару и ликвидации последствий ЧП присвоили статус чрезвычайной ситуации. Уже 2 месяца в здании идет капитальный ремонт. В первую очередь восстановили крышу. По просьбе жителей кровлю сделали скатной. Сейчас началась покраска торцевых фасадов. На всех этажах приводят в порядок места общего пользования, коридоры, кухни, лестничные марши. С момента постройки 40 лет назад общежитие не ремонтировалось. Выгоревшие квартиры на 5-м этаже почти готовы принять жильцов. Муниципальное жилье восстановили за счет города, а владельцам приватизированных квартир помогли сочинские предприниматели. В целом потребовалось около 25 миллионов рублей. Первый раз такое случилось, что это третье общежитие за год сгоревшее. Поэтому не очень много средств. Долго принимали решения, чтобы оптимально их можно было потратить. Тратим на самые больные места. Ремонтные работы завершатся к 1 сентября. Добавлю, что по факту пожара полиции возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Со слов инспекторов пожарного надзора Центрального района Сочи, причина возгорания – поджог.